В итоге золото в категории до 84 килограммов завоевал наш земляк Денис Денисенко. А в категории свыше 84 килограммов победителем признан сочинец Михаил Давыдов. Заняв 5-е место, выполнили норматив мастера спорта Яков Пономарев и Екатерина Канева. Давыдов и Денисенко теперь в составе национальной сборной России отправятся на тренировки в Подмосковье, а оттуда в Стамбул. Там с 19 по 22 марта пройдет чемпионат Европы по карате.